мой прадедушка Шапаренко Иван Елисеевич тоже воевал. Родом прадед из деревни Санжаровка Чешминского района. В 1939 году прадед служил в армии. Оттуда его призвали на финскую войну. Возвращаясь домой, началась Великая Отечественная война. Служил прадед водителем. Особенно запомнилось моему папе воспоминания прадеда о дороге жизни, единственной дороге, которая вела к блокадному Ленинграду. По этой ледовой дороге мой прадед Иван перевозил продукты жителям города. Каждый его рейс был подвигом. Освобождал город Ригу, Варшаву, Гдыня, Данциг, а самое главное, штурмовал Берлин и даже расписался на стене Рейхстага.